В Венеции начался традиционный карнавал, который продлится до 13 февраля. Ежегодно местные жители и туристы наряжаются в средневековые костюмы и венецианские маски. Многие из них можно назвать произведениями искусства. А целую неделю до этого в итальянском городе проходила предкарнавальная программа, которая призвана создать праздничную атмосферу. Уже в эту субботу участники карнавала станут свидетелями торжественного открытия, включающего праздник Марии. Это своеобразный конкурс красоты среди венецианок в возрасте от 18 до 28 лет. А за все время карнавала туристы смогут насладиться костюмированным парадом, выставками масок и фотовыставкой. В этом году мероприятие посвящено 700-летию со дня смерти венецианского купца и мореплавателя Марко Поло. Я вернулся в Венецию спустя 700 лет, и все отдают мне дань уважения, что является очень хорошим знаком. Сегодняшний туман делает мой город еще более волшебным. Моему путешествию суждено продолжаться. Впервые венецианский карнавал провели в 1094 году, но официальным государственным праздником он стал лишь 200 лет спустя. Каждый год в итальянский город приезжают свыше полумиллиона туристов.